Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. И по традиции в начале выпуска краткий анонс главных тем. Махачкала застывшая в пробке. Почему сотни машин часами стоят на городских дорогах, а светофор так и не светит? Об этом расскажем через минуту. Внимание и поддержка нужны всегда. Теплый прием для детей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, организовал коллектив школы благонравия имени Айшат Ахматиловой. Чемпионский пояс лиги ACA может завоевать дагестанец. Боец Устармагомед Гаджидаудов выйдет против обладателя титула Виталия Слепенко. Долгая дорога домой, опоздание на работу и аварийные ситуации. Это все характерно для современной Махачкалы, где гигантские пробки давно стали нормой жизни. Внедрение ИТС, расширение одних улиц с сужением других пока результата не дают. Проблема стоит на месте, как и движение транспорта в час пик. В этом убедилась и наша съемочная группа, которая решила, что называется, изучить ситуацию на месте. Слово Кариму Гамаеву. Кто говорил, что пробок не будет в субботу-воскресенье? Вся Маркова забита, вот. Все стоят здесь, и та, и эта сторона. Невозможно их. Все дороги ведут в Махачкалу. Со всех районов и городов кто-то по делам, а кто-то и надолго приезжают в столицу республики. Если верить официальным данным, которые доступны в интернете, то в городе сегодня зарегистрировано около 600 тысяч человек. Но сколько человек здесь живут без прописки, это еще не изученный вопрос. Навскидку специалисты называют цифру, превышающую миллион. Это подтверждается и большим хаотичным движением транспорта и пассажиропотоком. Ну и неизменный атрибут больших городов – постоянные заторы и пробки. У нас тоже дело привычное и порядком всем надоевшее. В последнее время с наплывом туристов пробки в Махачкале можно смело сравнивать с пробками московскими. Люди выкладывают в соцсетях видео, где многокилометровые вереницы машин часами стоят по пути домой. Относительно недавно на конференции, посвященной как раз городскому трафику столицы, специалисты приводили цифры о том, что положительная динамика в улучшении движения на дорогах Махачкалы все же есть. Безусловно, это отмечают и эксперты транспортной отрасли, и обычные жители Республики Дагестан. Основные показатели, которые нам удалось достигнуть, это, безусловно, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, это увеличение средней скорости движения транспортных средств, ну и в целом тот комфорт, который на сегодняшний день получают и жители, и гости Республики Дагестан. Мы решили наглядно показать, как выглядит одна из основных улиц столицы в так называемый час пик. Так, сейчас время 18:44, можно сказать, это самый час пик, даже его начало, скажем так, потому что в основном люди, некоторые, многие к часам 7 начинают выезжать из работы. Мы стоим на мосту «Тысячи мелочей», называют его в народе. Вот под нами проспект Имама Шамиля, центральная магистраль города, она уже вся забита. Мы видим, как с трудом проезжает скорая, вот по левому ряду, крайнему. Откроем карту, давайте посмотрим. По приложению, что показывает приложение? Вот, ну, действительно, под нами все горит красным. Ближайшие улицы тоже горят красным. Это максимальная шкала пробок. Она идет вдоль, прям до перекрестка с улицы Гамидова. Так, давайте попробуем узнать у самих водителей, у людей, которые чаще всего простаивают вот тут, в этих самых пробках, в чем же причина, по их мнению? Светофоры во многих местах не работают. Ну и отчасти, и даже больше процентов, мне кажется, от водителей зависит. У нас многие такие, кажется, сам за себя, хочет первую протиснуться, проехать. Из-за этого там кто-то проехал, там кто-то остановился, и вот так у нас, получается, пробки создаются. Ну и инфраструктура города тоже так устроена, что
некоторые разъезды не предусмотрели люди, когда дороги делали. Мало, да, этих машин. Уже надо какие-то дороги другие организовать. Вообще невозможно ездить. Вы же видели, какие пробки. Уже здесь мы уверенно будем где-то полчаса стоять вот так. Так, время уже 19:10. Как мы и говорили, спустя буквально 25 минут ситуация на дороге резко ухудшается. Водители становятся агрессивней, маневры опаснее, все пытаются как можно скорее добраться домой, но это все лишь усугубляет обстановку. Светофоры неправильно работают. На Ленина, к примеру, светофор зеленым горит, 3 секунды загорается красный, потом обратно зеленый загорается. Неправильно настроенные светофоры, неправильно настроенный дорожный трафик. Элементарно, если ты чуть вперед не проедешь, пропустишь, движение не остановишь, вообще нет водительской, наверное, культуры, да. Это большая причина пробки, чем даже количество машин. Все. И плохие дороги, кстати говоря, тоже. Спасибо. Дороги, не готовые к такому количеству машин, не работающие светофоры или отсутствие культуры вождения. Каждая из этих причин отдельно или же вместе заставляют каждый вечер замирать столицу республики минимум на час и более в гигантской пробке на основных дорогах. И пока пути решения этой проблемы, похоже, не найдены. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. В Дагестане может появиться туристический кластер «Абрикосовая долина» ценой в 1 миллиард рублей. Первый заместитель председателя правительства Дагестана Руслан Алиев провел встречу с инициаторами проекта, в рамках которой была проведена презентация. Его планируют построить в селе Черкота. Это будет эксклюзивный курорт с максимальным погружением в природу и набором услуг пятизвездочного отеля. По словам инвесторов, данная зона отдыха может стать популярной как среди туристов, так и среди местного населения. В Махачкале начали реставрацию памятника русской учительнице. Рабочие уже демонтировали старое плиточное покрытие. Здесь планируется ремонт кровли, монтаж освещения, оформление дагестанским орнаментом из дербентского камня, установка мемориальной доски в память об авторе проекта, архитекторе Амаре Амарове. Работы завершат до 10 августа. Напомним, мемориал русской интеллигенции был установлен в 2006 году. Поручение о его реставрации дал глава Дагестана Сергей Меликов. Теплый прием для детей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, организовал коллектив школы благонравия имени Айшат Ахматиловой. На встречу в один из банкетных залов столицы были также приглашены представители правительства региона и мэрии Махачкалы. Мероприятие почтил своим присутствием и муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди супругой. Продолжение темы – сюжет Айши Тухаевой. Он писал письма солдатам в зону СВО. Его брат читал их своим сослуживцам. Своими письмами маленький Эмир хотел поддержать наших бойцов. Брат его погиб на войне. Я им писал, как я они мужественны и не побоялись защищать родину. Они все очень бесстрашные, мужественные, храбрые, сильные. Один из них мой брат. Если бы нужно было, я бы, как он, пошел бы защищать его. Зарипат ждала сына Шамиля и молилась за него. Летом должна была состояться его свадьба, а погиб он в марте. По телефону успокаивал маму. «У нас тут все нормально, ты только молись за нас». Мероприятие посетил также шейх Ахмад Афанди. Он прочитал мольбу за всех, кто воюет сейчас в зоне СВО, за всех погибших и тех, кто ждет их дома. У меня сын в прошлом году в марте погиб под Николаевом. Единственное, когда мы с ним созвонились 26 февраля, он говорил: «Мам, нас отправляют в командировку. Неизвестно, когда мы приедем. Но мы летом приедем», он мне сказал. «Единственное, помолись за меня», говорит. Еще спасибо Сульман Керимову, то, что он отправил нас в этом году в хадж, и Мафтиату, и Марватур. Всем спасибо большое, огромное. Я хотела бы, чтобы вы сделали за наших мальчиков, да, которые
погибли у нас. Украина. На мероприятии также присутствовала советник муфтии Республики Дагестан Айна Гамзатова, мэр Махачкалы, министр по делам религии и национальной политики и другие известные гости. Сегодня такая смена приоритетов, ценностей идет. Вчерашние бэтмены, супергерои там и так далее, сегодня это их отцы. Сегодня их отцы – это герои, которые защищают Родину. И память о них всегда будет жива в наших сердцах. И нам очень важно, чтобы дети это чувствовали. Что мы живем одной большой семьей. И чужого горя, чужих детей не бывает. Сегодня мы разделяем их состояние, но мы также хотим поднять их дух. Пока мы здесь на земле, пока мы живы, мы должны поддерживать друг друга и быть рядом. Сегодняшняя акция проводится школой благонравия имени Айшат Ахматиловой. Скоро будет год, как ее нет вместе с нами, и вот ее семья решила провести вот такую акцию. Я думаю, если любой другой дагестанец тоже пойдет следом за этим примером и будет проводить такую поддержку, это будет очень эффективно. И тем людям, которые сейчас здесь на земле, и тем погибшим, которые ушли в иной мир, я думаю, будет польза и тем, и другим. Присутствующие на встрече официальные лица выразили готовность поддерживать семьи, в которых есть служащие и погибшие в зоне СВО. В частности, мэр Махачкалы обозначил несколько инициатив. Сейчас разрабатываются новые проекты, когда кто даже по бюджету не проходит, высшие учебные заведения, колледжи, какая-то поддержка, чтобы была, часть оплаты возьмет на себя государственные бюджетные учреждения. Это акции тоже. И плюс во многих вопросах, которые сегодня касаются семьи участников мэрии Махачкалы, мною даны поручения, чтобы им адресную поддержку оказывали. Каждой семье будут закреплены наши семьи, будут закреплены наши земли, люди, которые будут непосредственно находиться рядом с ними и какую-то часть ответственности будут принимать на себя, будут помогать. Это мероприятие очень важно для женщин, для детей, которые остались без отца, без мужского плеча. «Спасибо, что не забываете», — говорили приглашенные. Ушуайнат, брат, погиб в зоне СВО, а муж и сейчас находится там. Настрой у них всегда боевой, всегда со словами «А кто, если не мы?» Там наши ребята. Мы не можем вернуться. А кто, если не мы? Всегда вот эти вот слова, я считаю, слова героев. Не каждому дано это говорить. И как-то некоторые хотят как-то остаться, не пойти. Ищут разные причины вернуться. А эти те ребята, которые говорят, мы своих не бросим, там у наши друзья. А кто, если не мы? Мы не можем находиться здесь, когда наши друзья, наши сослуживцы, сотоварищи находятся там. Они много значат для нас. Герои, их семьи, дети и вдовы под нашей защитой. Они будут окружены нашей заботой. Так говорили выступавшие на мероприятии. После официальной части мероприятия начался настоящий праздник для детей с розыгрышем призов, игровыми шоу и, конечно же, со множеством подарков. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Шамиль Хиресулаев, новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Боец Устармагомед Гаджидаудов оспорит чемпионский пояс в лиге ACA в полусреднем весе. Поединок махачкалинца против обладателя титула Виталия Слепенко пройдет 21 июля в Москве и возглавит турнир. 32-летний Гаджидаудов имеет в своем активе 16 побед при 6 поражениях. Его сопернику 28 лет, он впервые будет защищать титул чемпиона ACA, который завоевал в декабре прошлого года. В основном карде турнира также выступят дагестанцы Ислам Омаров, Аскар Аскаров и Курбан Тагибов.
Футболисты «Динамо» провели заключительный контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Махачкалинцы встречались с представителем российской премьер-лиги Ростовом. Игра прошла на Ростов-арене. Первый тайм матча завершился в ничью 0-0. После перерыва хозяева поля с разницей в несколько минут забили два гола. «Динамовцам» удалось отыграть один мяч и создать моменты для взятия ворот. Но сравнять счет не получилось. Напомним, что первые игры нового сезона пройдут 16-17 июля. Махачкалинцам предстоит встреча с покинувшим элитный дивизион «Торпедо». На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Приятных вам выходных и хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире.